אני רוצה לדבר היום על רוח הקודש. Я хочу говорить сегодня о Святом Духе. ואי אפשר לדבר עליו. Невозможно просто говорить о нем. אי אפשר לדבר עליו כי אנחנו בקושי מבינים איך בנוי בן אדם. Мы с трудом-то понимаем, как устроен человек. ואני חושב ש מצווה או דבר השני שאלוהים אמר בהר סיני, אל תדבר על אדוני בשב, זה נותן לנו את הרמז, לא לדבר יותר מדי איך הוא בנוי. И вторая заповедь, данная нам на горе Синай, это не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. То есть не говорить просто так в суете о Боге. אבל איך רוח הקודש עובד בקרבנו? Но как Святой Дух работает среди нас? להסתכל לפי כתבי קודש, смотря согласно священным писаниям, וללמוד, и учиться, להתרשם, получать впечатление. אנחנו נקרא כמה פסוקים בהתחלה, מעשה שלכים 19, פסוק 1 ו-2. Мы прочитаем несколько мест писаний. Первое это Деяния Чайсры, 19 глава, 1-2 стих. Лиана, Наташа, מי מתרגם עכשיו? Наташа, את קוראת מהכתובים, נכון? אז מעשה שליחים 19, Деяния 19 глава, שני הפסוקים הראשונים, 1-2 стиха. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес, и, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой». טוב, אפשר להבין, הם היו לא יהודים. Можно было понять, они не были евреями. Ведь כל הקונספט של כתבי קודש היה ממש רחוק מהם. И все, что касалось священных писаний, для них было очень далеко. אז אמרו, לא מבינים מה זה, על מה אתה מדבר בכלל. Они сказали, нет, мы даже не понимаем, о чем ты говоришь. עוד פסוק, זה מעשה שליחים, פרק א', ראשון. Еще один стих, это Деяния, первая глава. ואני קורא פסוקים 4, 5 ו-6. Я прочитаю 4, 5, 6. И собрав их, Иешуа собрал учеников, повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня, ибо Иоанн погружал вас в воду, а вы через несколько дней после сего будете погружены в Руах Акодеш. Ученики в шоке спрашивали его: не восстанавливаешь ли ты сейчас свое царство? Шней макумот они нататили агдама. Я дал два этих примера, два этих места писания для примера. Миу, кто он, Святой Дух? Эх, лишатев пиулайто. Как с ним сотрудничать? Эх, умашпи алейну. Как он влияет на нас? אנחנו נלמד מבראשית. Мы будем изучать с книги Бытия. ואני אהיה קצר בכל נקודה. Я быстро пройду все пункты. ולא, אני רק אתן רמזים. Я только дам вам некоторые намеки. אני אפילו פוחד להיכנס פנימה. Я даже боюсь слишком углубляться. כי יש מה שנקרא יראת אדוני. Потому что есть то, что называется Божьим страхом. וכל אחד חייב בעצמו לבוא לפניו. И каждый должен сам прийти перед ним. אז נקודה ראשונה להיום. Первый пункт на сегодня. זה הדמות האימי בתוך אלוהים. Это, что такое אימי? Мама. Материнский образ в Боге. אתם יודעים, במיוחד בנות, נשים, особенно девушки, женщины, הם חושבים שיש מין דיסקרימינציה. Они думают, что есть дискриминация. ותמיד אלוהים זה הוא, בעברית זה הוא. И всегда Бог это он, на иврите Бог мужского рода. אבל כשאנחנו קוראים על רוח הקודש, но когда мы читаем про Святой Дух, זה תמיד בעברית היא. На иврите Святой Дух это она. Как мать, она, женщина. И первый раз, когда мы встречаем Божий Дух, это Бытие, первая глава.
Вешам бапсуким решен вештайм медубар аль машу музар меод. И там в первом и во втором стихах говорится что-то странное. Есть анашим шимифаршим. Есть люди, которые толкуют. Вешам катув. А арец аютов вавов веруах элухим мирафефет аль пней хаарец. Написано, что земля была пустынна и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Есть там кама дварим, ше и в шар бесафа ахерет хуцми иврит лавин это никуда зе. И есть там вещи, на котором, кроме как на иврите, на другом языке невозможно их понять. Есть нашим, ше умрим, то вовов хаос. Есть люди, которые говорят, это хаос, перевод тьма над бездною. Зе нуклея, атомим, атхала, ше Элохим пашут итхил мизе левро эт аколь. Это атом, это какая-то первая... Первоматерия. Первая материя, энергия, молекула, из которой Бог все начал развивать. Аваль баеврит зе ло нишма каха. Но на иврите так это не звучит. Ки аколь ма ше Элохим боре тамид мушлам. Потому что все, что творит Бог, оно всегда совершенно. Ани хозер, аколь ма ше осе Элохим тамид мушлам. Все, что делает Бог, оно всегда совершенно. Аз га битуй азе тов вавов. Поэтому это выражение хаос тьма над бездною. Зе эзишу дагеш. Аль эзишу катастрофа шаита, шанахну лёма виним клюм аль зе. Что это какая-то катастрофа, которая, возможно, произошла, и мы ничего про неё не знаем и не понимаем. Вепитом анахну руим их руаха кодеш. И вдруг мы видим, как Святой Дух, Хи, она, мирафефет, обволакивает, носится. Бидюк, зе мила нахуна. Мирафефет это арец. Обволакивает землю. Ве... Ото абитуй умрим аль ципор. И то же самое говорят про птицу. Кшей мирафефет мяля бейцим. Когда она обволакивает снесенные яйца. Мирахефет. Мирахефет. Мимала эт хаколь бе коах. Она наполняет все своей силой. Ве потахат. Это аколь лемила, ше црехала цет ми Адонай. И открывает, готовит путь для слова, которое должно выйти из уст Бога. Аз ле Элохим еш хелек ими гам. Поэтому у Бога есть материнская часть. Аз банот аль титавлю, аколь беседер, Элохим у гам аба ве гам има. Поэтому, женщины, не обижайтесь, Бог, Он и Отец, и Мать. וגם על זה כתוב בישעיהו. И написано также в Исаии. ואני התחלתי היום עם הפסוקים האלה אסיפה. Я с этими стихами начал сегодняшнее собрание. האם תשכח אישה את ילד שלה? Забудет ли женщина своего ребенка? ואם היא תשכח, אני לא אשכח אתכם לעולם. И написано, что даже если она забудет, я вас не забуду. אז אני חושב שהדבר הקצר הזה לרוח הקודש. И поэтому это короткое, что я хотел сказать про Святого Духа. Квар молит бетохейну регашот. Уже возрождает в нас какие-то чувства. Ве регашот зе ло негед эмуна. А чувства не противоречат вере. Эмуна зе тов. Вера это хорошо. Аваль регашот ле Элохим зе гам тов меод. Но чувства, которые у нас есть в отношении Бога, они также очень хороши. Анахну мамшихим лельмот кодеш. Лискор дворим аль руаха кодеш. Мы продолжаем вспоминать вещи про Святого Духа. Атем юдим ма зе индикатор. Вы знаете, что такое индикатор? Атем юдим, кше еш ле мишу рехев хадаш ба миухад. Когда у кого-то есть новая машина. Еш ам индикаторим ба коль пина. Там есть индикаторы в каждом углу. Зе ло рак митхамем рехем о ло митхамем рехев. Это не только нагревается мотор или не нагревается. Зе гам им еш брексим ве ин брексим ве норот овдот ве ло овдот ве аколь. А махшев индикатор бетох а рехев маскир лану аля коль. Это работают ли тормоза или не работают, накачаны ли колеса или не накачаны. И на компьютере мы видим, он индикатор всего, что у нас в порядке или не в порядке. Кама мимхем ивантем ути. Кто меня понял? Ма за индикатор? Что такое индикатор? Влад мивин, ки у коля зман барехев. Определите. А? Определите.
Кен, замашище мацбия аля бая, о ше аколь беседер. Это определитель, это что-то, что указывает нам на проблему, если она есть, или не указывает, если все в порядке. А, окей. Хашавти, шем шам юшвим, окшав, и митахним это... А, беседер. Индикатор. Что такое индикатор? Аз анахну курим бесефер берешит. Мы читаем в книге Бытия. Во-первых, шеш сипур музар миот. В шестой главе очень странный рассказ. Вешам мидубар алейзу шухет бен бней Элохим ве бней Энош. И там говорится про какой-то грех, который совершили сыны Божьи с дочерьми человечества. Ве ани ло роце лейканес лезе бихлял акшав. Я не хочу вдаваться в подробности. Аваль брешит шеш пасук шалош катув. Но в Бытие, шестой главе, в третьем стихе написано. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками. Кломар, хет гадаль бале адамот. Грех настолько распространился на земле. Аваль руаха кодеш, анохихут шило у интеграли им коля брия. Но Дух Святой, его присутствие настолько взаимодействует со всем творением. Ве шум махшев, ба шум рехев, афилу ле коров. И никакой компьютер, ни в какой машине даже не приближается к присутствию Божьего Духа. Царь Давид сказал, взойду ли я на небеса, ты там спущусь ли в преисподнюю, и там ты тоже. Веруах ха-кодеш унотен ха-ргаша клалит леколь ха-тевель. Им аколь беседер, о еш бая. И Дух Святой дает прочувствовать всей природе, всей вселенной, все ли в порядке или есть проблемы. Ве им еш тов, мгия браха. Ве им еш ра, мгия бамикреау и гия мабуль. И если есть, если все хорошо, то приходит благословение. Если все плохо, то в то время пришел потоп. Лёстам Иешуа амар пам мила казу. Не просто так однажды Иешуа сказал такую вещь. Коль мила раа негди, я беседер, ани ислах лахем. Любое слово плохое, сказанное против Сына Человеческого, против меня, может проститься вам. Аваль им тагиду, таасу машу негед. Руах Элохим, ло исалах лахем леолам. Но если произнесете плохое слово, проклятие на Святого Духа, во веки вечные не простится вам. Ани хошев ша нахон ютер литаргем ло мила эле маасим, кшанахну матхилим лихиот кмо хазирим. Я думаю, что лучше перевести это даже не как слово, а действие, если мы, люди, начинаем жить как свиньи. Аз Элохим Лёнотен лекоах шел курбан шел амашиах лифоль авурейну. То Бог даже не позволяет силе жертвы Мессии действовать на нас. Альзе катув байгерет эле иврим. Об этом написано в послании евреям. Ма нахну ломдим ме абитуя зе? Что мы учим из этого выражения? Руах акодешу индикатор. Дух Святой есть индикатор. Анахну ло яхолим ли истатер тахат шулхан вешам ласот хет. Мы не можем спрятаться под стол и там грешить. Потому что Он видит нас. Он видит мотивацию в сердце. Поэтому Священные Писания говорят нам, будьте святы, потому что я святый, это процесс. Руаха ходиш нохахат тамид. Дух Святой всегда присутствует. Атем црехим лавин эт зе, кулам. И вам нужно всем это понять. Близе анахну яхолим лалехет рахок, аваль у ло нотен, каха у бара шамаим ваарец. Без этого мы можем идти далеко, но Он не позволит, потому что так Он сотворил небеса и землю. Аз ламадну ше у кмо има мира, мира, мира хефет. Мы выучили, что Он как мать, которая обволакивает, приносит любовь. Аваль яхол латет гам спенки. Но даже Веланиш хазак меот. И может, где надо дать подзатыльник и наказать очень сильно. Давар шлиши. Третье. Миямей Авраам. Со дней Авраама. Ад ямей Машиах. До дней Мессии. Ве ани хошев ше афилу айом. Я думаю, что даже сегодня.
Руха Кодеш ахрай аль невуа. Дух Святой ответственен за пророчество. И, возможно, не все это знают. Аваль кше безман шел Иешуа аю мидабрим руха кодеш руах элохим. Но когда во время Иешуа говорили Святой Дух, Божий Дух, аз анашим яшар шаму мида, а акшав ие невуа. То люди как будто готовы были услышать пророчество. זה נחון מאוד. Это очень правильно. זה רק חלק אחד, זה רק צד אחד קטן של רוח הקודש. אבל זה נחון מאוד. Это только одна маленькая сторона Святого Духа, но это правильно. ואני בטוח שיש פה כמעט כולם, אפילו פעם בחיים שמענו נבואה. Я думаю, что здесь есть все люди, сидящие здесь, хотя бы раз в жизни слышали пророчество. חזק יותר, פחות חזק. Сильно, более слабо. אנחנו עוד נראה נבואות. Но мы еще услышим пророчество. אני חושב שאנחנו מתקרבים לזמן שהנבואה דבר משמיים יהיה מאוד מאוד חזק בארץ. Я думаю, что мы приближаемся к тем дням, когда пророческое слово будет очень сильно в Израиле. אבל נבואה זה לא רק מידה שאלוהים מוסר לנו. Но пророчество это не только та информация, которую Бог передает нам. לצערי הרב אנחנו חיים בעולם מושחת. К сожалению, мы живем в развращенном мире. ויש כל כך הרבה הפרעות לראות את אלוהים. Есть очень много препятствий, чтобы видеть Бога. אז כשאלוהים שולח נבואה, когда Бог посылает пророчество, או חזון, или видение, או לא יודע מה, כל התבטאות פיזי של רוח הקודש, любое физическое проявление Святого Духа, זה תמיד לא רק מגיעה אינפורמציה, и это всегда не просто когда передается информация. Но это физическая передача присутствия Божьего Царства здесь на земле. Я не хочу сейчас очень толковать Иоанна Крестителя. Кто помнит Иоанна Крестителя? Был такой парень. Бен Захария и Елишева. Иоанн, сын Захарии и Елишевы. Аз Иешуа амар алав. Иешуа сказал про него. Ше ло ая неви гадоль ми Йоханан. Не было пророка большего, чем Иоанн. Ани ишит хашавти ше Ишаяху и Хизкель ютер гдолим. Я лично думал, что Исаия и Иезекииль более большие. Авал еш шам форматы, коль мине форматы. Там есть разные форматы. Аз ба формат мисуям Йоханан ахи гадоль. Но в определенном формате Иоанн самый большой. Авал кшанахну курим ба Матай аль Йоханан. Но когда мы в Матфея и читаем про Иоанна. Еще Амар Милака зекцат музара. Еще сказал странное слово. У Амар мезмана зе вадзе амалхут хашамаем ата нахне охолим ликвош бекоах. Написано, от этого времени царство силой берется. Веш паршанут раба ля милазот. Есть очень много толкований по этому поводу. Аваль амашмаут шела паршанут азе. Но смысл этого толкования, ше Йоханан ая минабе, что когда пророчествовал Иоанн, то Царство Небесное физическим образом спускалось на землю. И люди чувствовали это. А даже из пророчеств Иешуа фарисеи не очень сильно слушали его. אבל כשיוחנן היה עושה שם עבודה ליד ירושלים, בין ירושלים ויריחו. Но когда Иоанн производил свою работу между Иерусалимом и Иерихоном, מלכות השמיים באופן פיזי היה כל כך חזק. Царство небесное на физическом уровне настолько ощущалось, שכתוב פרושים וצדקים היו באים לקבל תפילה ממנו. Что написано, что фарисеи и садукеи приходили, чтобы он их погружал. זה היה מתנה שלו. Это было его, это אבל был его אני רוצה להגיד, но здесь я хочу сказать, שאנחנו שומעים מילת נבואה, когда мы слышим пророческое слово, אנחנו צריכים לגשת לזה לא כמו עוד SMS מביטוח לאומי או כתבה ממישהו אחר. Нам нужно относиться к нему не как еще к одному SMS ביטוח לאומי или очередной статьи. אלא כנוכחות אלוהים אמיתי בארץ. Но как к истинному присутствию Божию здесь на земле. ואני אמרתי היום לפני מסר שאנחנו היושבים כאן, אנחנו נבואה. Я сказал, что мы, сидящие здесь, мы есть пророчество.
Атем, коли хад мимхем невуау. Вы все пророчества. Ве атем, мави малхута шамаем леарец. И вы приносите Царство Небесное на землю. Никуда ревиит. Четвертый пункт. Кше Иешуа, а я миталех баарец. Когда Иешуа ходил здесь на земле, руаха кодеш ба гвура. Останисим венифлаот дарко. Дух Святой в величии делал через него чудеса и знамения. Здесь мы должны что-то понять. Кшиешуа нулад ба Бетлехем. Когда Иешуа родился в Вифлееме. Ая елет кмо коля еладим. Он был мальчик, как все мальчики. Веахарею гадаль кмо коль елет годель. Потом он рос так же, как растут остальные дети. Бигляль хет шел адам кадмон, адам аришон. Из-за первородного греха Адама, первого человека. Аз эйн лану эт хакавод элоги бетохейну. У нас внутри нет Божьей славы. А коль не шар шам бы ган Эден. Все осталось там, в Эдемском саду. Векше Иешуа нулад за я уто давар кмо коль эхад ми итану. И когда Иешуа родился, он был такой же, как все остальные дети. Уа я кен нифхар ме лифней брият аулам. Да, он был предизбран до сотворения мира. Аваль китвей кодиш барур умрим лану ше нулад кмо коль бен адам. Но священные писания говорят нам очень ясно, что он родился, как рождаются все остальные люди. И вдруг мы видим, что его подчинение Святому Духу открывает способности для чудес и знамений, которых не было никогда раньше. Лама? Почему? Потому что он подчинил себя Божьей воле. И Дух Святой настолько присутствовал в нем, что сам Бог совершал это. Я один раз слышал Дерека Принца. Кто знает, что был такой человек? Дерек Принц — это учитель, который жил в Израиле. Умер в Израиле. Он был очень известным учителем. И он один раз рассказал одну историю. Когда он был на одном круизе, на одном большом лайнере была очень сильная буря на море. И очень люди боялись. И он почувствовал внутри. Он поднялся наверх. Он не кричал. Он просто сказал со властью: прекрати. И буря прекратилась. А дугма азот анахну лохим ми Иешуа. Мы этот пример берем от Иешуа. Им руах кодеш мидаберет алейну. Если Дух Святой говорит с нами. Им анахну митмалим баэмуна. Если мы исполняемся верой. Элохим дерех руах кодеш мухан латет лану самхут. Бог через Святого Духа готов дать нам власть. Ласот дварим музарим легамре. Делать очень странные вещи. Аваль зе хаиуд дестани. Но это наше предназначение. Делать странные вещи. Аз руах кодеш баэцем нотен лану коах леави нохехут верацон элухим по ба адама. Дух Святой дает нам силу приносить Божью волю на эту землю. עכשיו, אנחנו צריכים להבין משהו, וזה נקודה חמישית. Нам нужно понять что-то, это пятый пункт. שזמן לפני תקומת מן המוות ואחרי תקומת מן המוות זה שני זמנים שונים. Что время до воскресения мертвых и после воскресения это разные времена. ואנחנו רואים כשישוע קם לתחייה. И мы видим, что когда Иешуа воскрес из мертвых. משהו השתנה. Что-то изменилось. ואנחנו בקושי יכולים להבין עם ראש הפיזי והסמכה וההשכלה שלנו. И мы с трудом можем понять нашей физической головой, даже с нашим образованием.
Аваль, анахну роим дерех брита хадаша. Но через Новый Завет мы видим, что в новой эре, после того, как Иешуа воскрес из мертвых, практически любое действие верующего человека, которое открывает свое сердце для Святого Духа, строит основы Царства Небесного для будущего. А та вы они, ты и я, камаше зе ло нишма музар, насколько бы это ни звучало странно, но мы все люди с проблемами. А дор шелану дор халаш. И наше поколение очень слабое. А дор шелану дор мибулган. Наше поколение очень... Балаганисты. Анахну роим мулейну. Коль мине байот, лифамим анахну магивим, лифанахну ло, анахну кашей орев. Мы видим много проблем, мы иногда реагируем, иногда нет, но мы упрямые. Анахну дор каше. Мы очень упрямое поколение. Аваль даркейну элухим ифтиах. Но через нас Бог обещал. Им анахну потхим эт ацмейну. Если мы открываем себя. Леруаха кодеш. Для Святого Духа. Аз мияцрим из содот. Тогда мы закладываем основы. Анахну афилу ло роим утам. Мы даже их сами не видим. Авал элухим ифтиах аль исодот аэле ибана эт хаколь михадаш беколь аолам. Но Бог обещал, что на этих основах будет заново строиться этот мир. Ве итгашем хатфила шел адон. И исполнится молитва Бога. Авину шебешамаим. Отец наш небесный. Шие рационха беарец кенке башамаем. Да будет твоя воля на земле, как на небе. Эх за яхоль ли йод? Как это может быть? За яхоль ли йод, кшею по исодот, вэхоколь ибана мехадаш, шеаколь иштане. Когда, это может быть, когда здесь будут устроены новые основы, и все изменится. Од никуда ширатите ли дабер бакцара? Еще один пункт, который я хочу, о котором я хочу поговорить с вами. Это кцат... מסובך. Он немножко сложный. והסתכלתי במיוחד כל מיני תרגומים של המילה הזאת. Я специально проверил несколько переводов этого слова. אבל כתוב זוהר כבודו. Написано זוהר כבודו. Ипостась. Ипостась. איך את מתרגמת זוהר כבודו, נטשה? אה? Image? No, it's not image. It's brightness of his glory. Al ze katuv ba'igeret el ha'ivrim. Об этом написано в послании к евреям. Шезе зор кводо шел Иешуа ба, ва зор кводо шел Элохим. Когда Иешуа пришел на землю, он был освящением славы Бога. Раскрытием славы Бога. Вебигальзе омар мироя утиро Элохим. Поэтому он сказал, кто видел меня, видел Бога. Ведварим каэле каруба история арбе паамим. И очень часто в истории происходили такие вещи. Атем зохрим Моше омед муль снега боэр. Вы помните, когда Моисей стоял перед горящим кустом? Веу баирата Дунай умавин шезе машу миаль малах. И он в страхе Божьем понял, что в этом кусте есть не просто ангел, а намного больше. И мы читаем, что когда Иисус Навин вышел из лагеря молиться, и потом он погашит Мишу, и он сказал, «Они сар кохота Элохим». Они шохер бедюк милама. Вождь воинств Господних. И когда он вышел, он встретил кого-то, который сказал: «Я вождь воинств Господних». А зушал, а там малах? И он сказал: «Ты ангел, кто ты?» Зая зор кводо. Это было сияние его славы. Ипостась. Аз мила меод меод машмаутит ваяфа. Это очень значимое и красивое слово. Вани мамашлю роце ликфоц. Пнима. Я не хочу углубляться внутрь. Аваль, кшанахну миткарвим ле зор кводо шел Элохим. Но когда мы приближаемся к сиянию славы Бога, кшанахну митмалим беруах акодеш, когда мы исполняемся Святым Духом, утамид миштамеш бану бишвил лави
Он использует нас, и я говорю об этом в третий раз, чтобы привести Царство Божие с небес на землю. Но когда Он прикасается к нам, и что-то божественное входит в нас, поймите меня. Иногда, когда мы видим человека пророчествующего, или человека, который исцеляет, мы говорим, я тоже хочу что-то такое. У кого были такие мысли? О, Элухим, тен ли матанат невуау, да? Дар пророчества. Или дар исцеления. Потому что оно подогревает. А за ней руцелагит, кшеруаха, кшеруаха кодеш. Мималеотано. Я хочу сказать, когда Святой Дух исполняет нас, мы да, мы можем просить у Бога такие вещи. Но смысл здесь в другом. Чтобы мы радовались за то, что есть у нашего брата. И чтобы мы молились так, используй меня так, как ты хочешь. Потому что там, где находится Святой Дух, нет зависти. Но есть любовь, взаимоуважение, каждый поддерживает друг друга, и таким образом растет тело Мессии. И мы уже не соревнуемся друг с другом. Но ты рад послужить Богу. В Евангелии от Иоанна, в 15 главе, в 15 стихе написано, я уже не называю вас рабами. Я говорю, что вы друзья. Когда мы друзья, и в нас есть Святой Дух, тогда это действие приносит Божью славу. И нет никакого соревнования. לבסוף, אני רוצה שוב לקרוא פסוקים ממעשי ה... Шлихим, перек, эхад. И в конце я хочу прочитать также из Деяний первой главы. וקצת להסביר איך דברים קרו שם. И немножко объяснить, как там произошли вещи. אז, מעשה שליחים, אחד, אני קורא מפסוק שלוש. Деяния, первая глава, я читаю с третьего стиха. Он явил себя им живым по страдании своем, со многими верными доказательствами, и в продолжении 40 дней являлся им и говорил о Царстве Божьем. Потом собрал их и повелел им: «Не отлучайтесь из Иерусалима». Наташа, ты читаешь им, да? «Но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, погружал вас в воду, а вы через несколько дней после сего будете погружены в Руаха Кодеш». Они, сойдясь, спрашивали его, говоря: «Не в сие ли время, Господин наш, восстанавливаешь ты царство Израиля?» Он сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Иудее и Самарии, и даже до края земли». Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида. Атем юдим ше башана, в этом году, Йом Иерушалаим 18 ле май, 18 мая был день Иерусалима. וזה אותו יום נפל על לקיחה של ישוע לשמיים. И в тот день Иешуа был вознесен на небеса. וזה ככה נפל ב... Таким образом, именно в этом году в календаре так вышло. ואני השתתפתי באיזשהו אסיפה בהר, 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 בהר הזיתים. И я участвовал в одной церемонии
на Масличной горе. Айну шам ב 18 май. Мы там были 18 мая. Вза я мёд мёд миухад. Это было очень особенно. Кшата умед бе хара заитим. Когда ты стоишь на этой горе. Вата роет кола бейт кварот азе ше мишама צריכים להתחיל את כל הדברים של תקומת מן המוות. И ты смотришь на это известное кладбище, про которое говорят, что оттуда начнется воскресение из мертвых. וכאן ירושלים. И здесь Иерусалим. ופה שטחים עם השטחים ערביים. И здесь арабские территории. ואנחנו התפללנו שם על הגג, וזה היה מאוד מאוד מיוחד. И мы молились на крыше, это было очень особенно. אבל מה זה היה אז? Ну что было тогда? צליבה ותקומה מן המוות. Это было распятие и воскресение. זה היה גם איזה חג? На каком празднике это было? Песах. Это было на Песах. Алло, тетереру קצת, ну. היה חג Песах. Это произошло на Песах. וישוע קם לתחייה. ישוע воскрес из мертвых. בדיוק כמו שכתוב, ראשון מן המוות. Как написано, первый из умерших. וזה היה התחלה של ספירת עומר. Это было начало ספירת עומר. ועם תלמידיו. Он со своими учениками. וכל יום הם מתחילים בתפילה, אבא, תודה לך עבור המתנות וברכות והקציר העתידי שלך. И они каждый день начинали с молитвы благодарения за благословения, дары и за жатву предстоящую. И они этот сноп возносили перед Богом. И все понимали, что речь идет не про только физическую жатву, но про что-то более величественное. Но до конца они понимали. И таким образом они были вместе 40 дней. И когда Иешуа был вознесен. הוא אומר להם, אבל אתם תמשיכו לשבת פה בירושלים ותחכו. Оставайтесь здесь в Иерусалиме и ждите. מה עוד לחכות? Что еще ждать? הם יודעים בעוד 10 ימים מתן תורה. Они знают, что через 10 дней будет Шавуот, праздник дарования Торы. היה מתן תורה אחרי יציאת מצרים. После выхода из Египта было дарование Торы. אבל ירמיה אומר לנו. Но Иеремия говорит нам. יום אחד אני אקח את התורה. В один день я возьму Тору. ואני אכתוב את זה על ליבכם. И напишу их на ваших сердцах. איך זה בכלל אפשר? Как это можно? מה זה? Что это? אבל הנה הם יושבים ביום השבועות בירושלים. Вот они сидят в Шавуот на Иерусалим. И спускается Святой Дух. В сипур על זה כתוב במעשה שליחים 2. Этот рассказ написан в Деяниях 2 главе. ואני חושב שהם קיבלו התגלות עד כדי כך גדול. Я думаю, что они получили настолько великое откровение, שאנחנו 2000 שנה אחרי, что мы спустя 2000 лет עדיין מקבלים אנרגיה מהעידוד הזה. Все еще получаем энергию от того откровения. כל פעם כשמגיע שבועות, каждый раз, когда приближается Шавуот, אני אישית בצפי. Я лично в ожидании. אני אומר, אבא, אולי תביא לנו את ההפתעה שלך. И я всегда говорю, отец наш, может быть, в этом году у нас будет сюрприз. ואתה תפעיל דברים, תחדש דברים. И ты обнови в нас вещи. ורוח הקודש. И Святой Дух. כקדם. Так же, как прежде. תחדש בנו. Обновит в нас. פסטור גרי אמר פה, פתאום ראה את המילים האלה. נפלה עלינו רוח הקודש. נפלה עליהם רוח הקודש כמו עלינו קודם. И до этого пастор Гери сказал, что он обратил внимание на эти слова, что сошел на нас Святой Дух, на них Святой Дух, Дух как на нас сначала. וכל פעם כשאנחנו לוקחים ספר תורה אחרי קריאה ומחזירים את זה לארון קודש, когда мы берем свитки Торы после того, как мы читаем и возвращаем в этот шкаф, אנחנו מכריזים אותם מילים. Мы провозглашаем те же слова. חשיבנה ונשובו. Обрати нас и обратимся. חדש את ימינו כקדם. Обнови наши дни, как прежде. אני רוצה להתפלל. Я хочу помолиться. אפשר לעמוד. Вы можете встать. אבינו שבשמיים.
Отец наш небесный. Хадешет ямейну кикедем. Обнови наши дни, как прежде. Ани митпалельше на кирот харбе ютер адон. Я молюсь, чтобы мы больше, глубже познакомились с тобой, Господь. Киаба ве киима. Как отец и как мать. Киборе. Как создатель. Кемло ава. Как полный любви. Ани митпалель адон. Я молюсь, Господь. Шетитен лану арбе ират адонай. Чтобы дал нам ходить в Божьем страхе. Мы знаем, что ты присутствуешь в каждом месте. И сделай нас своими инструментами. Совершенными инструментами. Без зависти. С желанием поддерживать. Помоги нам, как Иоанну, в каждом нашем действии. Лави. Малхута шамаем или мала ли мата. Приноси царство Божие сверху вниз. Шанашими савивейну. Чтобы люди вокруг нас. Таргишуэдзе. Почувствовали это. Вафилу прушим вецадуким. Тагию левакеш тфила бешем Иешуа Машиах. Чтобы садуки и фарисеи пришли попросить молитву во имя Иешуа Мессии. Иешуа умер. Ани ло умер шатем авадим. Иешуа говорит, я уже не называю вас рабами, но своими друзьями. Он говорит, я иду к отцу моему и отцу вашему. Я молюсь во имя Иешуа Мессии, чтобы ты излил на нас Святой Дух. Я молюсь за наших детей, за наших внуков. אני מתפלל לאדון עבור חלקי משפחה שלנו שאולי עדיין לא מאמינים. Я молюсь за тех наших родных и родственников, которые еще не верующие. תביא להם חסד שלך. Излей на них твою милость и благодать. ותסלח להם חטאים שלהם. И прости им на их грехи. ותן להם רוח הקודש. И дай им Святой Дух. תודה לך, אדון. Благодарим тебя, Господь. ששפכת רוח הקודש. Что излил на нас Святой Дух. А галя зело истаем. И эта волна не закончилась. אנחנו מבקשים שאתה תחזק אותה. И мы молимся, чтобы ты укрепил эту волну. לא משנה איפה אנחנו נמצאים. Не важно, где мы находимся. בחיפה או בצ'יקגו. В Чикаго или Хайфе. בנורвегия או באוקראינה. В Норвегии или в Украине. בצ'כיה או בטורקיה. В Турции или Чехии. בסין, בכל מקום איפה שאתה. В Китае или где вы не были. אוהב אותנו. Где ты любишь нас? אבא, תברך. Благослови нас. בשם ישוע המשיח. בשם ישוע המסיע. האם גיליתי לכם מיהו רוח הקודש? Смог ли я раскрыть вам, кто такой Святой Дух? אפילו לא נסיתי. Я даже не пытался. ולא רוצה לעשות את זה. Я не хочу это делать. כי מי יכול להיכנס לתוכן אלוהי? Потому что никто не может зайти в суть Бога. אבל אני מקווה שידדתי אתכם להיות איתו ביחס. Но я надеюсь, что я ободрил вас искать с ним отношения. יחס עם אלוהים. Отношения с Богом. Яхас им руах Элохим. Отношения с Божьим Духом. Яхас им руах Акодеш. Отношения с Святым Духом. Нигадель, ше игдаль бехаейну кавод шел Иешуа Машиах. Чтобы возрастала в нас слава Мессии Иешуа. Не руце лисаем им Я хочу бирката куаним. Завершить с благословением священников. אבינו שבשמיים, בבקשה, תהיה איתנו. בוץ נמי. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך, וישם לך שלום. וישם לך שלום. אתם יודעים איזה מילה עכשיו הגיעה אליי? Знаете, какое слово я сейчас, о чем я подумал? Есть такое битуй. И страхов их не бойся. И походим шелеем аль тифахет. Не бойся их страхов. Лой дай лама кибальти. Они руцелагит, что аулам шанахну хаим дэймяем.
Наш мир, в котором мы живем, очень враждебный. Но не нужно бояться их страхов. Ходите в Божьем страхе. Как написано, помощь моя от Господа. Сотворившего небо и землю. Шаббат шалом, шавуа тов лекулхем.